Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане. Стрельба велась из 130-миллиметровой универсальной установки. Морская мишень, имитирующая корабль условного противника, находилась на удалении более 10 километров. Но, несмотря на расстояние, цель была успешно поражена. Далее отряд кораблей Северного флота отрабатывал навыки передачи жидких грузов на ходу кильваторным способом. Были пополнены запасы дизельного топлива и пресной воды от танкера «Кама». Особое внимание уделялось соблюдению мер экологической безопасности. Что касается стрельб, то их экипаж фрегата провел в рамках подготовки к совместным с военно-морскими силами Южноафриканской Республики и Народно-освободительной армии Китая учениям. При подготовке к стрельбам учитываются все метеоданные, такое как плотность воздуха, давление, высота облачности, скорость ветра, направление ветра, волнение моря, отработка углов горизонтального и вертикального ведения артиллерийской установки. Работу своего личного состава я оцениваю на 5 баллов, все действия выполнены правильно.